Добрый день, я Роман Головин, канал «Лабиринты знаний». Сегодня хотел бы с вами поговорить о сглазе, коротко. Сглаз – это одна из разновидностей негативной энергии. У человека, у которого очень сильная энергия, может вас сглазить. Подумать о вас, что-то сказать в вашу сторону, или просто пройти мимо, посмотрев взглядом. И таким образом, вот эта негативная энергия, она как вирус проникает в вашу программу, и начинает изменять вашу программу, и у вас могут даже температура очень высокая быть, изменение сознания, какое-то время нарушаться программа, происходить дисбаланс, работа организма. И начинается невезение в здоровье, там, в финансах, в сфере, да, отношения там, среди семьи, там, родственников, друзей. Поэтому советую проверяться. Ну, таких специалистов, которые этим занимаются, такими как мы, например, другими людьми, кто серьезно этим занимается. Сглаз бывает поверхностный, бывает глубокий, а бывает скрытый сглаз. И все зависит от энергетики того человека, кто это сделал. Либо специально, либо не специально. И таким образом вы понимаете, что вот этот сглаз, он очень опасен. Его надо убирать и ставить в защиту. Как мы раньше говорили, есть карма, это тоже разновидность энергии негативной. И есть порча, тоже разновидность негативной энергии. И когда мы проверяем на порчу, сглаз, другие магические воздействия, проклятия, там, если есть, убираем, ставим защиты параллельно на тонком плане, да. И таким образом человек будет защищен, никто уже никогда на него не сделает никакие порчи и сглазы. Вот раньше мы знали только об обычных активных порчах, сглазах, есть еще застарелые, хронические, сделанные профессионально на тонком плане, так называемые скрытые порчи. И поэтому их тоже стали выявлять. Вот сущности у нас, которые рядом с нами находятся, очень мощные. И наши создатели помогают это все удалять. Это не люди делают. Это наши создатели, с которыми мы общаемся на тонком плане. Вот. Если что-то непонятно, пишите, обращайтесь. Всегда мы на связи. Хорошего настроения, удачи, всех благ, здоровья. До свидания.